Вадим Сергеевич Михайлов, 50. Алексей Иванович Ашкаров. Конец очереди там. Вот вы на него смотрите прямо. Сейчас это происходит. В моей семье никто не пострадал, к счастью, от этого периода. Не было в семье, так сказать, таких событий. Но я всей душой, всей сердцем с теми людьми, которые сейчас читают списки людей. Я был воспитан своим дедом, который с 35 по 42 год провел в лагерях, после чего попал на фронт. Внимания общества, конечно, катастрофически не хватает. Тем более, что в России, в общем-то, не хватает самого общества, да? Может быть, внимание к каким-то таким вещам, оно общество, собственно, конституирует, создает. Николай Лаврентьевич Соловьев, 64 года, грузчик на консервной базе.